Так. Опа. Мы находимся в доме. Сейчас направимся к школе. Будем искать там вход. По 5 долларов нам дают. Итак. Что у нас в инвентаре? Так. Что-то отмычек нет, или мне кажется. Ну что же, двигаемся прямо. Прям к нашей цели. Нам осталось пробежать каких-то 70 метров. Это очень мало. Так, вот здесь бы не поджариться нам. Оббегаем, уродов. Горящий мутант. Хорошо, я так понимаю, это и есть школа, в которую нам нужно войти. И вход находится где-то наверху. То есть нам нужно как-то туда попасть. Логично, да? Нет, я имею в виду, как-то найти нужно этот вход. Найти способ забраться наверх, скорее всего. Так, сейчас будем ходить по уступам. Отлично, мы упали. По-любому здесь как-то. До свидания. Итак. Хм, не получилось. Ну ладно, пробуем еще. Да что ж ты делаешь-то? Ты немного неправильные действия творяешь. Есть. Одной рукой зацепился. И здесь уже совсем просто. Наверх. Круто. Уйди. Ну-ка в голову. Да. Да что это такое вообще? Я же в голове ему долбил. Вот. Опа, это что было сейчас? Блевун, походу, где-то. Еще где? Сколько здесь зомби? Вы только посмотрите. Это просто мерзость. Опа, это опасно, это опасно. Можно ли как-то забраться наверх? Нет, наверх никак не забраться. Ну, по крайней мере, у меня не получается. Так, промахнулся лошара, хорошо. Эй, а кто палит-то, я не пойму. Так, он взорвался. Где же этот блевун? Вон они, наверху, я их вижу. С разбегу закрыл. А, ребят, ну что это было? Как же так произошло-то? Обалдеть, ребят. С самого начала. Не, ну сами видели, это не зависело от того, как быстро я... Как бы ловко я двигался. В общем, это произошло случайно. Поскольку я не увидел этого зомби за дверью. Как я его мог увидеть-то? Я... Даже не понимаю. Он просто... Надо было мне успеть отбежать как-то. Каким-то образом. Здесь уже нет зомби, заметили? Ну, собственно говоря, у меня не получилось отбежать. Ну, зато мы знаем, как туда попасть. Сделаем сейчас это все очень быстро. Хоть и обещал я, и вообще планировал, как можно меньше подыхать за игру, как можно быстрее проходить ее, пока что у меня этого не выходит. Хорошо. Ну, как сказать, не выходит. Просто очень часто случаются очень случайные нелепости. То есть косяки. Ну вот, пожалуйста. То есть персонаж сам падает, хотя я просто нажимаю вперед, shift, пробел. Все, видите? Оу, я. У нас получилось это сделать. Так, и здесь надо быть осторожным. Наверное, нам стоит взять сюрикены. Либо как-то их отвлечь. Мне кажется, это будет хорошая идея.
Так, только надо найти... Так, стоп, я не понял. Один, два, три... А, странно, почему-то у нас... Хм, ну ладно. Может быть, сделаем взрыв-ловушку? Хотя... как они сплоченно работают, заметили? Этот хватает, те пуляют. Ладно, будем делать все моментально быстро. Самое главное... Быстро, быстро, быстро. Есть. Раз. Здесь придется побегать, я думаю. Нет, ты не хочешь взорваться? Давай. По-моему, он не хочет взорваться, да? Давай, взрывайся. Есть. Не надо меня трогать. А он уже взорвался, типа, да? Хорошо. Это типа он, да? Здорово. Батарея. Так, сейчас надо все здесь осмотреть. Отмычек нет. Да, я их истратил. Давайте сделаем. Аптечка одна. Одну сделаем. Окей. Трудный взлом. Ну ничего, попробуем. Трудно написано, но легко сделано. Ура! Нам дается короткий рыбацкий нож. Так, для этого нам нужно, для того, чтобы его подобрать, сделаем очень мудрое решение. Газовую трубу мы, так как она является самой... Кстати, какой у этого? 25. А у трубы? 23. Так, значит, сделаем следующее. Трубу убираем сюда. Берем ножик. И он более быстрый, как вы видите. Это очень круто. Там что-то мигает. Наверное, может быть, взорвавшийся монстр. Ну ладно. Не будем туда выходить. Да, вот так вот. Мы заходим внутрь, очень интересно. Как эта смола спускается по нашим глазам. Так. Ну, опять со звуком какая-то фигня. С игровым звуком. Немного прослушал, что нам сказала наша девочка. Так. Хочу обратить нем... А здесь, мне кажется, будет достаточно стрёмно играть. Поскольку... На мой взгляд, здесь будет темные места, будут полно темных мест, где могут находиться, в которых могут обитать те монстры. Ночные, которые. Так, к сожалению, опять проблемки со звуком. А давайте сделаем так. Сейчас я нажму Escape. Так. Звук пока что вроде бы не изменился. Точнее, его качество. Так, а в какой нам... Так. Там очень стрёмные звуки. Сейчас мы посмотрим по навыкам, а то нас сообщают все время. У нас тут навыки, что-то тут. Так, смотрим. Так, увеличивает на 10 очков уровень, до которого можно восстановить здоровье. То есть, типа, регенерация, что ли, или чё? Так, это мы знаем.
Это что? Это мы знаем. И вот это что-то новенькое. Здорово. Берем навык этот. Он достаточно интересный. Так, но несмотря на то, что... Что за музыка из фильмов ужасов? Такая вот странная. Как будто маленькие дети здесь бегают с ужасными лицами. Кстати, мы можем войти в ту дверь? Откуда доносятся страшные звуки? Нет. Там, по-моему, учитель стоит. Шучу. Ой, что это за звуки? Так, газовая труба нам не нужна пока что. Почему ты медленно открываешь дверь? А это шкаф. Ну, твои действия оправданы. Гвоздим. О. Там, с той стороны, газовая труба, я помню. Ну, идем. Как смысл хорроров? Если откуда-то доносятся страшные звуки, то нам туда. Нет, ребят, я не хочу пугаться. Как хорошо, что тут таким образом можно открывать дверь. То есть легким движением руки так. Раз, и отошел. Не нужно прижиматься близко к двери и ее медленно открывать, верно? Силовой кабель. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, фонарь. Здесь лопатка. Здорово. Так. Включаем фонарь. Да. Ну, необходимо спуститься в подвал. Ну, куда же еще-то? Так, непрорисованная дверь. Ну, все, она прорисовалась. Какие-то этажи, видимо. Может быть, это не подвал, а просто первый этаж. Да, скорее всего, потому что я забрался же с крыши. Вот и сколько тут всего ценного. Правда, с них ничего не падает. Но, может быть, нас к чему-то готовят? Так. А музыка, такое ощущение, как будто все время кто-то из зомби здесь ходит. Меня за спиной. Понял. А я в подвале? Давайте пойдем без света. Да, мне кажется, так лучше. Да, я шучу, конечно же. Так. Ну... Немного напряженно. Так, мне кажется, однажды я открою дверь, а оттуда вывалится монстр. Так. Ну, вываливайся. Я тебя уже жду. Я тебя жду. Так. О, ну все, точно сейчас кто-то вывалится. Чё, нет? Да, не может быть. Ладно, нет так нет. Но достаточно тихо здесь. А это значит, что скоро мы кого-то повстречаем. Так, я не понял, а чуть там так много ценного-то я пропустил? В смысле, шкафчики. Не знаете ли? Обалдеть. Марля. Можно, я думаю, сделать аптечку, потому что где-то я находил бечевку. Еще марля. Ну, реально, нас к чему-то готовят. Скорее всего, мы, как в фильме «Я легенда», будем убегать от издания через окно от зверских монстров-мутантов, которые только по ночам ходят. Что это? Так, хорошо, нам туда. Здесь ничего нет. Ага. Вау, я вроде бы...
Давай. Вау, вау. 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 Там промах. Уйди, пожалуйста. Хоп. Хопа. Хоп. Ну-ка. Давай, восстанавливай. По яйцам ему бей. Вот почему так много аптечек давали нам. Мисс Марли. Или что там, бечевки, я забыл уже. Вот это сейчас будем долбить их. Тут подходи. Вау! Она сломалась, походу. Так, а что у нас там самое мощное, я забыл, в инвентаре-то? 212, 25, 50. Хорошо, лопаткой будем их долбить. Раз они такие крепыши. Ну, можно с сюрикенами, в принципе. Ах ты засранец. Ах ты гад. Ого. Вау, вот это новая функция, про которую я вам говорил, про которую мы прокачали. Ну-ка. По одному давай. Ух ты, гад, тоже пуляешься. Ну ничего, мы будем парировать. Да, сложно, 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 мне лично. Вау. Ты еще не сдох. Блин, как долго ты с ним? Что мне надо делать? Найдите антизин. Блин, мне попали все-таки. Ладно, идем. О, аптечку можно сделать. Блин, как, слушайте, как сложно-то, однако. Что мне делать-то получается? А что у нас там по... Взрывпакет, сюрикены... Можно усилитель выносливости попробовать. Честно говоря, я не умею им пользоваться особо. Они отходят даже. Ну, давай. По одному давай, чё ты слышишь? Только толпой можете, да? Бесполезно. Да что ж такое-то, они пуляются еще, гад. Ну ладно, будем так. Как? Читерасы сквозь текстурки. Минус один. Минус. Так. Мы его никак не убьем. Оу, е. И последний. Куда побежал? Обалдеть, завалили меня все-таки. Такой шанс был. Да, как нуб. Ну ладно. Козлы тупые. Сейчас я им повставляю клинки в зад. Один остался, а у меня 100 здоровья при этом. Блин, а я его не вижу просто. God damn it! Оу, какой ты крутой, да? Но я-то круче. Давай, пуляй своим говном в меня. Давай, оп. Подходи. Как тебе такой расклад? А этого не ожидал? Оу, oh, е. Yeah. Так, $18 нам дают.
У нас сломался ножик практически. Там еще кто-то идет. Ладно. Тогда его... Нет, давайте используем его на того. Может, это зомби? О, какой крепкий. Либо у него просто шапка такая. Давай. Вау. А ты крутой, оказывается, да? Я вот так сделаю. Ну давай, выходи, что ты не выходишь. Какой гад, а? Эй! Сквозь текстуру, ну это бред, ребят. Да ну, ребят, ну это реально бред. Как с детишками. По сути-то. Можем даже его починить. Ну-ка, давай. Ну-ка. Давай. Давай, давай, чё ты? Слышь? Никак не может. Дитё. Опа. Вот это было бы опасно сейчас, если бы он меня замочил. Ударил, точнее. Ага. Типа уворачиваться начал, да? Опа. А мы так. Оп. Сейчас тебе яйцо-то отрежу. Куда полез в штаны? Так, аптечка. Давайте сразу, наверное, используем. Хотя не будем. Итак, давайте смотреть, что у нас по инвентарю. Так, наш крюк. Какой у него урон, интересно. 59. Только заменим его, пожалуй, на газовую трубу. Наш крюк. И пока что все. А также возьмем ножичек, наш мини-ножичек. Посмотрим, что у него здесь. Есть лопатка. Кстати, наша лопатка практически сломана, поэтому берем у него. Здесь тоже. А здесь 61 урон. Ну-ка посмотрим, что у нас с крюком. Так, в инвентарь заходим. Тяжелая арматура на место ножа крюка. Здесь у нас 59. Так. А здесь 61. Ладно, урон главное, я считаю. С одной стороны. Итак, мы ищем антизин. Но мне кажется, все-таки люди немного покруче долбанных мутантов. Ну, хотя, к сожалению, люди могут обороняться. Из этого шкафа по-любому мог кто-то вывалиться. Ну, хорошо, мы поотрубали им грёбаные яйца, и все. Они, в принципе, слегли. Алкоголь. Отмычка. И саны... Все, больше ничего нет. Это было опасно. Так, а эту дверь можно войти? Да, мы просто прошли дальше. И здесь надо глянуть, что у нас. Он дохлый вроде бы. Но все равно дверь лучше закрыть. Так, какой-то музон стал веселым, заметили? Вау! Обалдеть! Это все, на что ты способен, дорогой. Молоток. Нет, у него он гораздо хуже. А, ну, может быть, не гораздо, но он меня покруче все равно пушечка. Если... Оружечка. Оружечка. Да ладно, не можешь пролезть. Это вы шутите, ребят. Со мной так не надо шутить.
Ладно. Изолента. Может быть, пробить. О, тут стекло было, оказывается. Я даже не знал. Аптечку используем. Итак, бегом, наверное... Наверное, наверх. Итак, куда мы побежали, дорогой? Ага, от зомби, да? Ну что ж, будем тут все осматривать? Или не стоит, как вы считаете? По-моему, не стоит. Я не хочу терять свои ресурсы. Вау! А чё их так много-то? Пусть они с зомби помахаются. Обалдеть, как их много. Иди туда, к ним. К друзьям своим. Понаблюдаем. А в принципе, можно и наверное, мимо них пробежать, нет? Нет. Итак, готовим сюрикены. Правильно, мочи его. Отличное было уклонение. Голова с плеч. Здорово. Только с него почему-то ничего нельзя взять. Наверное. Давай, подходи. По одному желательно, ребят. Но это реально нечестно. Как он мог попасть? Обалдеть, они все отразили. Вот гады. Голову с плеч. Давай. Чё вы танцуете? Вы деритесь. Чё это за танцы тут? Сейчас член-то отрублю тебе и все. Будешь не будешь танцевать. Ибо настроение у тебя не будет. Опа. Опа, вот это опасно было опять. Но немного непродуманно здесь. Летают сюрикены. Вау. Ну хорошо. Будем использовать. Ладно, вот эту штуку. Вот эту штуку. Может использовать. В принципе, можно и мимо них пробежать. Но я не хочу. Так, она ломается, по-моему. Когда я ударяю об его оружие, когда он ставит блок. Уклонился. Так, я начинаю вникать потихоньку. Может быть, реально мимо них как-то пробежать? Скорее всего. Ну, давайте. Да как ж так-то? А починить ресурсы какие-то за это требует, нет? Я не знаю. Беспалевно. Бежим. Может быть, что-то из этого ляхты в тупик забежим. Обалденно, не так ли? Бечевка. Тизина здесь нет. Здесь его точно не может быть. Хорошо. Тогда вот в этом районе где-то можно искать. Может быть здесь? Нет. Здесь какие-то ключи, которые я не могу взять. Так, может быть что-то внизу? Либо здесь? Вот тут могут быть таблеточки. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Пока, конечно, не очень хорошо то, что у нас. Ребят, ну, сколько же можно уже? Ну и все, разобрались. Ну, что вы тут начинаете? Нет, мне нужен мой ножичек. Сейчас мы кое-что глянем в инвентаре. Итак...
Прочность. Что это за шестеренки? Джиггернаут, что ли? Гвозди, видимо, бечевка, пластик, металлические детали. Наверное, с помощью них мы чиним наше оружие. А молоточек, что это за значок? Значок молоточка какой-то. Ну, я не знаю. В общем, у нас появились какие-то, по-моему, новые сюрикены. С них, что ли, упали. Так, и нам нужно найти здесь антизин. Так, начал снова пердеть звук. Можно, кстати, осмотреть все двери. И опять началась страшная музыка. Так, хорошо. Ничего. Так. Будем внимательно искать. Так, 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 смотрим. Так. Обыщите помещение. Ясно. Пластик. Опять какие-то ключи и пердлявый звук. Вот. Нет. А это что такое? Хм. Но наша штучка будет помощнее, да? Да. Это круто. Вот. По-любому здесь. Почему-то они были, по-моему, неактивны, пока эти солдаты были живы. Still have classroom C to search, though. Find the key. I'll meet you down there. Хорошо, я уже нашел его. Так, первый. И где-то здесь был второй. Ага, он исчез. Так, надо разобраться со звуком.